Там высоко, высоко кто-то пролил молоко. Ты мне подпевать будешь? Или давай споем то, что тебе нравится? Да мне, в принципе, вот это вот про звезды нравилось пару месяцев назад. Татьяна Юрьевна, требуется ваша консультация. Наверняка вы слышали о недавнем приземлении орбиты 4. За день до приземления с экипажем пропала связь. Судя по всему, на орбите произошел некий инцидент. Думаю, этот случай вас очень заинтересует. Я вас раньше не видел. Меня пригласили, чтобы я оценил ваше состояние. Зачем они меня здесь держат? Можете объяснить? Вы вырезали часть пленки. Надо было мне сразу вам все рассказать. Я не боюсь. Я не боюсь. Вы привезли пассажира из космоса. Он внутри вас. Я должен иметь возможность уничтожить его, если все выйдет из-под контроля. Помоги мне, Таня. Уезжайте к себе в Москву, пока можете. Мы рискуем жизнью человека. Героя Советского Союза. Если герой, значит, готов ко всему. В том числе и пожертвовать собой. Почему я? Прости. Он адаптируется. Бегите. Вы меня не знаете. Это вы себя знаете.